27 декабря в Казанском федеральном университете прошел установочный семинар «Азбука финансовой грамотности». На семинаре был представлен проект Министерства финансов Российской Федерации «Формирование финансовой грамотности у обучающихся через организацию проектной деятельности и интерактивных форм обучения». Проект реализуется в 13 регионах России. Задача такая достаточно практическая. То есть мы в рамках семинара покажем, как это педагоги школ, дополнительных центров дополнительного образования могут себя реализовать в своих учреждениях. Государством разрабатываются целые стратегии. Их целью является борьба с финансовой неграмотностью. Цель этой стратегии – это действительно обеспечить финансовую безопасность, финансовую грамотность нашего населения, для того, чтобы наше население, наши люди, наши студенты, в конце концов, да, меньше попадали в какие-то вот негативные ситуации, связанные с незнанием, а где-то и с мошенничеством в области финансового рынка и финансовых услуг. В рамках семинара состоялась демонстрация финансовых и коммуникативных боев. На семинаре обсудят методики организации работы финансовых курсов. В конце мероприятия состоялось обсуждение разработки плана проведения чемпионата по финансовой грамотности в Республике Татарстан. Артем Тупичкин, Леонардо Влетьяров, Универньюз.